Сегодня был ужасный день. Утром заезжал Лёша за остатком своих вещей. Забрал коллекцию машинок. Когда он уехал, дома стало как-то пустовато. Машинки, конечно, собирали пыль, но они занимали целый стеллаж. И придавали комнате хоть какой-то вид. И было ощущение, что здесь действительно кто-то живет. А сейчас, учитывая мои странные отношения с реальностью, я в этом как-то сомневаюсь.